Все украшать начали. Сердце, кишки валяются. Расчлененное тело. Кроссовок с остатком ноги. Здесь тоже всегда этот дом украшают. Мышь дохлая. Какой-то дед валяется. То ли умер, то ли еще не поставили его. Коты такие. Ай, не могу котов, посмотрите, морды. Вот так люди тут бегают с собаками. Наверное, специально и заводят собак. Хочешь, не хочешь, вставай и беги утром. И с колясками, с детскими также бегают. Друзья, наконец-то я пришла в комиссионку, добралась. И она находится в опасном городе. В очень опасном городе, в Окленде. Рискую здоровьем, чтобы купить вещи. Здесь вот эти комиссионки, куда сдают классные вещи. Их очень, видите, немного. Я набрала сумок. Ну как набрала? Ну вообще, такие прям чистенькие вещи все. Вот это вообще классно. Такую иметь. Все как мне понравилось. Да какой размер, это кожа, представляете? Анна Кляйн. Стопроцентная кожа. Элечка, слушайте, я сейчас возьму ее, это просто чудо. Здесь что-то немножко покоцано, но ничего. Слушайте, какая классная, стильная вещь. И вот, и видите, это время надо выкроить. Не знаю, сколько я сегодня успею объехать этих магазинов. Я их знаю, тут 5 штук. Сейчас вам покажу, как я обвешивалась. Вот это я. Смотрите, что. Набрала классных сумок. Здесь рюкзак, представляете, Майкл Корс практически новый. Кожа. Вот, друзья, нашла себе Биркеншток. Представляете, новые. Новые. Как раз мой размер. Класс. Я иду по самому страшному городу США. И я говорила, эти комиссионки здесь очень классные. Ой, и вот, наверное, наворовали они все это и поздавали. Поносили 2 раза и сдали. Потому что здесь, правда, мне очень и не нравится. Он красавец какой идет. Так, надеюсь, у меня не сломали у машины стекло. Знаете, сердце кровью обливается оставлять. Не знаешь, к чему вернешься. Так, вроде нормально все, слава богу. В машину сажусь, сразу же баррикадируюсь. Такие времена сейчас. Все, забаррикадировалась и сиди спокойно, телефон смотри. Еще что-то, потому что если кто-то подбежит, дверь начнет открывать, а она опана и закрыта. Конечно, стекло могут выломать. Но, надеюсь, все хорошо будет. Не надо думать о плохом. Такой красивый город этот Окленд, он на заливе стоит. Тут океан прямо рядом, вообще шикарный. Приехала в Сан-Франциско. Посмотрите, какая красота. Такая милота эти домики. Сейчас была в районе геев. Вот видите, тут живут нетрадиционные ориентации. И надо будет съездить мне как-нибудь. Давно я уже не была в этих райончиках во всех. Глаз радуется. Насколько классно. Так, я все иду и иду.
красоту смотрю. Друзья, там мне в комментариях писали, что продайте к черту этот офис и возьмите аренду в торговом центре или в здании, ну, под офисы. У нас уже была такая история. Пока у нас не было офиса, мы снимали в административном здании комнату. И тогда была аренда, по-моему, 50 тысяч. И этажи не все, на этажах не все сдается. Не все помещения. И нам потом стали раскидывать электроэнергию на тех, кто снимает, платит. И у нас каждый месяц, представляете, аренда с геометрической прогрессией росла. Они вообще, хозяева, такие наглые. Они просто приписывают и все. Тебе электроэнергию всю по этажу. А там, допустим, у нас всего 5 комнат, ну, кто арендовал, а остальные 15 пустые. Ну и как-то там все равно же электроэнергия вся эта тратится и в туалетах, и в коридоре, там не знаю где еще. И вот, и каждый раз все больше и больше. И это бесполезно там что-то с ними разговаривать. Пофиг. Судиться, что ли, опять? Так это, слушайте, по каждому поводу судиться ничего не останется от нас. И, во-первых, аренда, это очень дорого. Представляете, каждый месяц это нужно найти где-то 60-70 тысяч, чтобы заплатить за нее. Ну, представляете, какие это деньги? Это же ведь нужно эти деньги наработать. И вот в то время, вообще, Лена тогда занималась этим, и мы работали на аренду офиса. Потом по торговым центрам. В торговом центре занюханный островок вот этот, который стоит, знаете, в общих местах, где люди ходят. Не бутики, а вот эти торговые залы-то, коридоры в торговых центрах, площади. И ты можешь взять в аренду вот такой островок. И сколько это уже лет назад? 8. Такой островок стоил 130 тысяч в месяц. Вы представляете? И вы не представляете, сколько там надо было документов. Там еще этот островок. И там очередь, чтобы этот островок поставить. Очень популярный вид торговли. И тебе нужно там в очередь стать. И черт ничего предоставить, чуть ли, знаете, не выиграть это. В лотерею. И потом эти 130 тысяч, это же тоже где-то надо взять. Это все такие бабки. И поэтому эти варианты вообще нам не подходят. Мы их уже проходили. И вот сделали квартиру. Конечно, тут, допустим, гораздо дешевле. 20 тысяч в месяц где-то получается аренда. Но это не сравнить ни с 60, ни с 130. Потом продайте, купите в другом месте. Это тоже говорят люди, которые никогда не покупали, не делали, не переоформляли. И эти бабки, они во всех домах ведь живут. Не бабки будут, да какой-нибудь мужик до нас там докопается. Мужика не будет. Какая-нибудь тетка докопается. Это бесконечно. От людей ведь не убежишь. А ты что, на необитаемый остров только? Уезжать, убегать. Так что то, что мы сейчас имеем, для нас это самый лучший вариант. И потом еще вот в этих торговых центрах и в административных, там же нужно на вахте сдавать ключи, и ты не можешь прийти раньше определенного времени, когда открывается этот деловой центр. И ты не можешь там задержаться дольше, допустим, 10 часов, потому что охрана все закрывает, а тебе работать надо. У нас Света вообще, он может до 12 сидеть в офисе работать без проблем. Там много всего того, что нету здесь. Потом приходят тоже кто-то посетители. Им там нужно пропуск выписывать, бежать. Паспорт нужно с собой брать. Народ постоянно там какой-то ходит, ездит. Это все такие проблемы.
поэтому нет, не советуйте мне, пожалуйста, это. Проходили, знаем, ничего хорошего в этом нету. Почему все пытаются свое помещение купить? Ну вот так вот задумайтесь. Бизнесы, люди для маленького даже бизнеса, там ресницы делать. Или ты в своем помещении, или в арендованном. Тебя могут выпендрить в любой момент. Только обоснуешься, ремонт сделаешь. И до свидания.